Это понятно. Так, опять рычат эти монстры. Слышу их. Измени прошлое, измени настоящее. Да ну нафиг. Биоформулу взяли. Так, вы нашли железные легкие. Увеличение максимального времени задержки дыхания. Клево. Так, не надо, пожалуйста. Чтобы подобрать объект, нажмите E, чтобы опустить еще раз E. Так. Походу, головоломка какая-то. Лежит у нас чертеж. Так, вы нашли вампир. Пополнение запаса здоровья за каждое убийство. Вот это прикольно. Так, и... Идейка. О, опять они. Прикольно, можно на расстоянии забирать всякие ништяки. Тихо, 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 тихо. Можно их замедлять, оказывается, этой штуковиной. Необходимо найти лифт, ведущий на верхний этаж корпуса управления. Остальные подходы перекрыты. Ух ты, они еще... Они еще и лезут. С этими более-менее легко, когда есть дробовик. Бегут, бегут, оп.
Так. Я хочу туда попасть. Наверх. Ух ты! Нифига себе, а это что там такое летает? Ух ты! Вдруг откуда ни возьмись. Так. Все, у нас больше ничего нет. Там что-то... О, сколько их там. Ай-яй-яй. Быстрей, быстрей. Оп. Отлично. Еще лезет. И не один. Отлично. А сколько вас там? Все. Разобрались. Ништячки собираем. Еще. На, держи. Так, старение. С помощью МВП можно состарить противника. Нажмите Q, чтобы состарить Зика. Он начинает перемещаться во времени, из-за этого снизится скорость. Зик. Зик хай. О, стимулятор. Ну, эту фишку мы уже просекли. Вы должны подняться на лифте на верхний этаж. Начинаю забывать, давно это было. Так, там мы были. Там все взяли. Патрончики для ружья. Записка. Накладная. 4 горелки Бунзена. 1 тестовый объект. 3 печатных машинки. 50 коробок печенья. 53 литра молока с добавлением Е99. Нафига в молоко добавлять Е99? Скажите мне. На милость.
Так, ну здесь все походу. Давайте в лифт. Во-во-во-во-во. Ух ты! Нифига там такая! Вот это жесть! Большой зиг. По-любому сейчас с ним надо будет бороться. И сохраночка. Ой, сейчас жесть будет, чувствую. Чувствую, сейчас будет жесть. Все состарилось сразу. Так. Угу. С МВП здесь бессильно, будем делать так. А можно и было и сделать так. Ну ладно. Сейчас вы должны видеть двор, который вам предстоит пересечь. Угу. Пересечь. По-любому там будет вот эта вот большая тварь. Просто так не получится пересечь это. Стопудово. Кому? Полковнику Иванову, отдел вооружения. Отправитель доктор Глушко. Полковник Иванов, поймите, пожалуйста, что я очень ценю профессора Коркина, но в последнее время он ведет себя слишком странно. Он говорит сам с собой, стал крайне раздражительным и нервным, до паранойи. Кажется, он переживает серьезный срыв. Не могли бы вы встретиться с профессором Коркиным? Может, хоть вы сумеете уговорить его взять отпуск или обратиться за профессиональной помощью? Заранее благодарю доктора Анна Глушко. Так. Две технологии есть. Увеличение урона. Давайте у пистолета. Потому что пистолет очень слабенький, я считаю. Вот. 1000 и... А, купить боеприпасы можно, смотрите. Ладно, боеприпасов пока нас хватает. Да ну нафиг. Еще вертушка.
Жесть. Так, спуск вниз. Давайте здесь посмотрим, что имеем. Мы еще не нашли американца, но он должен быть где-то на острове. Мои люди продолжат поиски. Возможно, доктор Барицев что-то скрывает. Доктор Демичев. Чертежи всякие. Здесь, кстати, показано мое, наверное, местоположение. Ничего не изменилось. Он заварил всю эту кашу. Вот 8 февраля 1953 год. Хоть бы доктор Демичев отпустил меня домой. Сегодня плохо себя чувствую. Где мое ведро? Вон ведро. Там пусто. Ну что, я так полагаю, вниз надо идти. Так, чем бы таким запустить? Ладно. Ой-ой-ой. Хоть мы понимаем, как его мочить. Так, а я хочу туда. Вон в ту комнату. Я начертил схему хранилища, в котором собирают спрятать МВП. Строительство займет много времени и сил. Его будет трудно скрыть. Кому же доверять, кому же доверить эту работу, доктор Барицев? Везде мое имя, ну, имя главного героя упоминается, Ренко. Нормально так. Товарищи, я понимаю, что вы заняты уймой разных проектов. Профессор Корхин, у вас возражения? Нет, нет, полковник Иванов. Все хорошо, хорошо. Отлично.
Я знаю, что у вас напряженный график. И понимаю, что перед вами стоят почти неразрешимые задачи. Но вы занимаетесь тем, что не делал ни один ученый на Земле. Покоряете мощи Е-99. Продолжайте работу. И знайте, что вы помогаете отчизне гораздо сильнее, чем можете себе представить. Так, что дальше? Еще записка. Я только что узнал, что доктор Демичев тайно продолжает эксперименты на людях, несмотря на их официальную отмену. Нужно рассказать об этом доктору Барисову. Он будет очень недоволен. Стимуляторы здесь. Внимание всему персоналу, у нас пропало несколько выпусков политинформации в картинках, взятые из архива материалы, полагаются возвращать. Не оставляйте их в уборной. Замполит Юков. Патроны у нас целые. Мир 12 ошибается. Замполиту Юкову. Я заметил, что доктор Барисов проводит там внизу очень много времени. Что он там исследует? Следите за ним и докладывайте о любых подозрительных действиях, доктор Демичев. В чем же мир 12 ошибается? Эксперименты с телепортацией идут по плану. Первый этап завершен. Теперь я намерен узнать, как сместить предмет по фазе относительно нашего времени. Самая большая проблема — обнаружить предмет после того, как его сместили. Именно для этого я создал хроновспышку. Сейчас предмет смещен по фазе в параллельное измерение, и для нас он невидим. Зато его можно обнаружить с помощью хроновспышки. Она также возвращает в наше время смещенные по фазе предметы. Хроновспышка — это огромный прорыв. Если ее уменьшить, она окажет незаменимую пользу при изучении телепортации. Слава Ленину, Сталину и КПСС! И еще какие-то новые фишки тут. Так, ну, в принципе, все. Нужно двигаться на улицу. К тому большому монстру. Так неохота. Вы бы знали. Просто неохота. Помимо монстров, здесь еще и солдаты, походу, будут. Так. Кнопку нажал. Ой, едут. Граната, граната. Беги, беги. Ой-ё. Натворил. Помогите, я
отлично. Только почему-то я тоже урон приношу себе. Так, там была снайперская. Отлично. Блин, это далеко. Сейчас бы снайперскую не помешало бы. Где она там была? Ну где ты там? Готов. Еще есть? Музыка не прекращается, значит, это есть еще. Я так думаю. Так что надо поаккуратней. Так, автомат. Что, давайте, наверное, автомат возьмем, да? Будет как-то. В нашей ситуации. Как-то поуместней. Так. Здесь пусто. Биоформула. Мы нашли энергетик, увеличение максимального запаса энергии МВП. Столько всего нашел. А где станок? Так, куда идти-то? Могу въехать. Так, куда идти нам? Дальше. А, наверх. Нифига себе.